газета номер 2 за 2011 год. Значит, что здесь у нас? В марте Луна рекомендует содержание номера от издателя. Познавательно-практически это у нас как раз постоянная рубрика. Ответ читателей. Болезни их лечения. Хочу выздороветь. Здоровье какое оно должно быть? Очень интересная статья. Итак, смотрим нашу газету. Луна рекомендует. Газета вообще на 24 страницы. Прошло, значит... Значит, за февраль тут такая интересная рекомендация дана, как в феврале себя вести, чтобы оставаться здоровым. Надо помнить, что зимой, особенно в январе-феврале, слабо сердце биоритмологически, и чаще всего бывают поэтому проблемы с ним, либо люди умирают от слабости сердца. Познавательно, практически. Побывал вот на ярмарке в Ростове-на-Дону. И был творческий вечер в Петербурге. Надо же. Я уже и не помню, творческий вечер в Петербурге был какой. Ну, вот, опыт читателей. Некто хирург пишет. Вот, его мучил со студенческих лет. Вопрос, почему на вскрытии обнаруживается, что все органы целы, а человек умер? Вот. Здесь как раз он и отвечает. Не обязательно, чтобы органы были разрушены. Можно так сказать, всему свое время. Подошло время, и человек умер. Но если какое-то заболевание, то оно не обязательно разрушает органы. Она может по-другому действовать. Ответы и разъяснения для читателей. Вот тут как раз я разъясняю. О методе похудения с форма Генеша. Значит, здесь интересно рассматривается нормализация массы тела с позиции лунного цикла. Вот в третьи лунные сутки, которая была приятна для физических нагрузок. Питание обычное. Пятое, рекомендуется не переедать, разгрузочный день, то есть этот день как раз подходит для того, чтобы легче разгрузиться. Не все, важно отметить, дни в лунном цикле человек одинаково легко переносит, отказавшись от еды. В одни дни, это особенно в 11-26, это дни Кадаши, когда энергия большая, человек легко это все переносит, энергии просто много. От космоса. Вот. А в другие мало ее, и поэтому кушать хочется. И вот как раз используя лунный цикл, можно так подобрать свою систему, построить нормализацию массы тела, что вы будете в ритме с космосом все это делать, потому что космос управляет нашими физиологическими ритмами. И все дела, в том числе нормализация массы тела, спортивные тренировки, да и жизнь вообще, будет намного легче. Почему? Да даже потому, что лунный цикл руководит женским менструальным циклом. 28 дней. Все, наша, так сказать, система, все не как-то так себе работает, а она, как правило, связано с водителем ритма. И водитель ритма для нашей планеты Земля как раз и будет ее спутник Луна.
И если мы ориентируемся на лунный цикл и действуем в согласии с ним, то можно получать очень большие впечатляющие результаты. А если так себе наобум, волна пошла, откат ее идет, а мы гребем, она нас раз отнесла. А другое дело, когда волна пошла, мы на нее, она опа, нас и понесла. То есть, как говорил Байрон, приливы есть во всех делах людских. И тот, кто их использует умело, преуспевает в замыслах своих. Но их надо знать. Вот в этом все и дело. Знать. Пожалуйста, в газете все это есть. Болезни и их лечение, это интересно и важно. Связь духовного здоровья с жизнью человека. Ну, в конце концов, духовный мир, это та матрица тонкоматериальная, которая стоит за нашим материальным миром и им руководит. Если мы правильно живем, то, естественно, нас оттуда поддерживают. Если мы неправильно живем, то никакой поддержки нет, и все идет на волю случая. Болезни их лечения, вот спрашивают, отвечаем, разъясняем. Много различных случаев, и все это у меня рассосалась киста возле заднего прохода. Исчезла перхоть, мучившая меня с рождения. Никакие шампуни ведь от нее не помогают. Исчезли боли в желудке. Стоит ли говорить о коже моего лица? Давно, еще несколько лет назад, я стала делать маски на лицо из урины. В 30 лет я выгляжу на 20, а недавно в магазине мне отказались продать спиртное, спросили, есть ли мне 18 лет. Прыщей нет, я сбросила 10 килограмм веса. Ну, урина хорошо действует. Но опять-таки, везде надо все делать головой. Помимо урины, еще, соответственно, нормализовать питание. Нормализуйте питание, физическая активность, и тогда все вместе будет отлично работать. А если только на одну урину надеяться, она, сами знаете, когда при смешанном питании, на такого и цвета, и запаха, и вкуса, то толку будет мало. Вот хочу выздороветь, как это сделать, или духовном, психическом и физическом здоровье из обновленного самолечебника 21 века. Самолечебник 21 века есть, а вот обновленного нету. Я решил его писать, вот что-то написал, а потом этот проект у меня просто-напросто закрылся, я перешел на что-то новое. Хорошая статья здоровья, какое оно должно быть, мы не знаем о том, какое должно быть здоровье, на чем оно должно быть основано. Вот внешне спросят, вот какое здоровье, а толком нету. И тут как раз интересно, дается целая статья, посвящена подбору красивых слов, красивых, мощных слов, которые воздействуют, вот я как раз их все выписал, вот видите, вот, я волшебник, мне свойственно волшебство, то есть вы сами себя возвеличиваете, и в результате происходит интересное соединение с абонентом, как по телефону, вы соединяетесь с нужным абонентом, который вас одаривает благами, здоровьем, мощнейшая методика. И использовал тут у меня и стихи, сразу же через меня прошли. И знаете, мощная энергетика такая была. Но, хочу сказать, но важно
то, что вам дали, знаете, так, авансом, это все приумножить и сохранить, а не безрассудно использовать на какие-то там корыстные вещи, а тем более там просто-напросто там разозлиться на кого-то или так просто вот в сердцах брякнуть. У меня такой опыт был, и теперь я очень осторожно к этому отношусь и набираюсь. Так, продолжение из книги «Записки голодающего». Почитайте, как я голодал 40 суток, какие у меня были мысли и как вообще шло все это дело. Ну, очень интересно почитать. Многим эта книга очень понравилась.